холодно зимой, то есть даже у нас зимой замерзает труба, ой, водяная труба, то есть вода не поступает в квартиру, приходится постоянно вызывать из ЖКХ, чтобы отогревали трубы водопроводные. Соседи у нас, даже через половицу видно, как у них там свет горит, то есть перекрытия все уже сгнили. Жить в таких условиях обитатели дома номер 6 московского переулка в Шуе привыкли. Их жилище признали аварийным много лет назад. С тех пор текущая с потолка вода и отстающие от стен обои стали для них мелочью. Ведь дом участвует в государственной программе по переселению. Немного потерпеть и будут новые квартиры. В ожидании новоселья шли годы. И вот, наконец, в декабре 2016-го жильцов обрадовали. Нас собрали на общее собрание в администрации и объявили всем, что, значит, вот мы закупили вам квартиры и будем мы дом ваш расселять. Вот. Дали нам три варианта. Первый вариант был, кто хочет взять деньги, а не квартиру. Второй вариант был, значит, кто хочет взять квартиру, но за лишние квадратные метры доплатить. И третий вариант – лишние квадратные метры будут в соцнаем, муниципальные. Жители рассказывают, выбрали второй вариант, ведь разница в метраже несущественная. Галине Аникиной пришлось бы доплатить примерно 100 тысяч рублей. Заработок у женщины небольшой, но в рассрочку эту сумму она бы потянула, потому дала согласие на переезд. Однако условия переселения изменились. Теперь нам надо платить по-новому. То есть разницу между выкупной стоимостью старой квартиры и стоимостью новой квартиры. И сумма моя стала 466 тысяч, на что я, конечно, не согласна. Вот, я пенсионерка, получаю 13 тысяч. 8 тысяч я 5 лет должна платить, и квартира эта будет еще не моя, она будет администрации. До тех пор, пока долг перед администрацией не погасят, квартиры будут в обременении. Просрочки платежей – штраф. Наталья квартиру в этом доме купила за счет материнского капитала. У женщины двое несовершеннолетних детей. Она мать-одиночка с зарплатой 12 тысяч рублей. Сумма к оплате по 8 тысяч в месяц для ее семьи неподъемная. Как жить с двумя детьми, выплачивать? Никого не интересует. Кому не интересно? И было бы за что платить. Новый дом, в который предлагают с доплатой въехать переселенцам, может оказаться едва ли не хуже, чем их прежний. Но тот-то 70 лет простоял. А вот новый не факт, что переживет зиму. Те, кто уже заселились в новостройку, теперь ведут незримый бой с плесенью и грибком. Натяжной потолок скрывает настоящее болото. У соседей из другого подъезда с первого этажа таких проблем нет. Зато есть другие, с сантехникой, установленной как попало. Там дырка-то затыкается, а тут вот все было на соплях сделано. Ни прокладок, ничего не было. Это моталось как штука-то, которая затыкается-то. И текло, да? Да. Ну и еще пример из категории «умелые руки». Здесь, в подъезде, будущие жильцы дома регулярно обнаруживали подтеки. Теперь это место умельцы из компании-подрядчика замаскировали доской. Но штукатурка все равно мокнет то тут, то там. Такое жилье нам не нужно, решили переселенцы. Но в Шуйской городской администрации получили неожиданный ответ. Квартиры для вас куплены, живите и радуйтесь. Вам уже квартира куплена, и деньги вы, если напишете заявление на деньги, вы получите в 2019 году. Где я должна жить до 2019 года, я не знаю. Если новые квартиры не устраивают, а компенсации не светит, люди рискуют остаться без крыши над головой. Ветхий дом должны снести до сентября этого года. По закону отказаться от предлагаемых взамен квартир собственники имеют полное право. В таком случае им обязаны выплатить компенсацию в размере стоимости их аварийного жилья. Если добавить к ней сумму, которую надо доплатить, рассказывает Наталья, можно купить трешку в областном центре. Трехкомнатная квартира в 17-этажном доме в центре, практически около третьей горбольницы, 1 850 000. В то время как в Шуе вам квартиру предлагают купить за сколько? 1 930 000. Стоимость квадратного метра в новостройке для переселенцев на окраине Шуи почему-то оценили в 35 тысяч рублей. С вопросами, кто виноват и что делать, мы обратились в администрацию городского округа. Это обычная рыночная цена. Делается оценка, и оценщик оценил в эту стоимость. Вы не забывайте о том, что там дом сделан из силикатного кирпича,
с бетонными перекрытиями. Поэтому это хороший дом, современный, энергосберегающий. Платят собственники такие деньги не абы за что, а за высокотехнологичный дом. А плесень и подтеки – это все новые жильцы, неправильно его эксплуатируют. К тому же гарантии есть от подрядчика. Если будут проблемы, устранит. По словам первого зама главы ШУЭ, разницу стоимости жилья оплатить нужно по закону. О площади речи никогда не шло. Если мы откроем 32-ю статью Жилищного кодекса Российской Федерации, то мы увидим, что доплачивается разница в стоимости. Но власти заботятся о том, чтобы жильцы смогли выплатить нужные суммы. Есть система рассрочек, а депутаты вовсю думают, как бы еще облегчить долговое бремя. Часть собственников уже заключили соглашение, мы уже отдали многофункциональный центр данные документы на регистрацию. Часть жителей все-таки понимает, что им неподъемно, с учетом того, что они сидят, получают небольшую пенсию, и там, в течение 5 лет даже для них будет неподъемно, с учетом текущих расходов на жилое помещение, коммуналку, на питание и так далее. Поэтому мы сейчас запланировали выйти также в порядке законодательной инициативы на майскую городскую думу, на май месяц, и предложить вариант взять это бремя, разницу в площадях, разницу в стоимости, взять на городской бюджет. Но это уже будет зависеть непосредственно от решения наших депутатов. А что касается выплаты компенсации за старое жилье, ее готовы предоставить в 30-дневный срок после подачи заявлений. По крайней мере, так ответили нам. Но у переселенцев остаются сомнения. Мы продолжим следить за ситуацией, пока у всех собственников аварийных квартир не появится нормальная крыша над головой. Без дыр, плесени и переплат. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново, ШУЭ.